Здравствуйте, мои дорогие. Вот и все, вечер закончился. Для меня лично, потому что у меня еще есть такие дела дома, как что-то приготовить, покушать, приготовить одежду на завтра. Вечер закончился. Фото на прощание. Можно лететь на крыльях любви к собственной кровати. Кровать достойна уважения, ведь мы на ней проводим много времени, делаем очень много движения, потому что во сне мы даже не замечаем, сколько мы двигаемся. А мы реально двигаемся. Мы двигаемся очень сильно. Столько движения, это вообще не поверишь. Мне осталось последние пару ягодок, так сказать, подкрепить себя железом, чтобы дочапать до дома. Очень вкусно. Очень вкусно. Грустно, но вкусно. Счастья, удачи.